Шоу в положении. Сегодня в Центре культуры «Урал» проходит финал областного конкурса для будущих мам. Участницы покажут творческие этюды, продефилируют в вечерних нарядах и даже станцуют. На месте находится наша коллега Елена Гордиенко. Лена, каково это танцевать, когда хочется солененького и на диван? Здравствуй, Влад. Ну, здесь, в культурном центре «Урал», собрались, наверное, самые красивые молодые мамы не только Екатеринбурга, но и Свердловской области. Впервые вот 14-й конкурс «Красота в положении» получил уже статус областного. Поэтому у нас есть мамочки из Ревды, из Нижних Серег, из Полевского. Все приехали сюда и очень-очень долго готовились. И так как этот конкурс получил впервые статус областного, то и впервые же его под свое крыло взяло Министерство по здравоохранению. И даже в жюри у нас сидит заместитель министра Елена Чадова. Ну, давайте у нее спросим, как раз с какой точки зрения вы сегодня оцениваете все эти выступления, все-таки как врач, как медик, с этой точки зрения, или просто наслаждаетесь красотой, и трудно ли судить? Мы с удовольствием сегодня проводим конкурс. Мы очень рады, что у нас полный зал, в зале нет свободного места. Мы проводили отборочные туры. Сегодня 11 финалисток участвуют уже в финальном этапе конкурса. В зале царит атмосфера дружбы, любви, красоты. Здесь очень много семей с детьми. И, конечно, мы видим поддержку каждой финалистки, мощные группы поддержки сегодня в зале. Все будущие мамы прошли отборочную медицинскую комиссию, потому что это тоже очень важно. И, конечно, мы за состоянием их здоровья очень внимательно следили. Что нас радует? Что нет проигравших в этом конкурсе. Все женщины, все молодые будущие мамы, они уже победительницы, и они уже получили свой главный приз – это беременность. И каждая родит здорового ребенка, потому что они у нас обследованы, они в хорошей форме, да, они с удовольствием выступают сегодня. И судить их чрезвычайно сложно. Спасибо, действительно, но, как все говорят, что главный приз – это здоровый ребенок. Малыш. Да, правильно. Это здоровый малыш. Ну и у нас есть замечательная мама-красавица, мы видели ее сегодня в выступлении. Говорят, даже перед интервью с нами у вас мерили давление. Так ли это и хорошим ли ваше давление? Хорошее? Да, нас сегодня целый день наблюдают врачи, и даже в процессе конкурса мне сейчас вот померили давление, чтобы все было хорошо. Выиграть хочется? Там какое-то очень красивое ювелирное украшение будет. Вы знаете, я даже на отборочном туре тогда сказала, что я уже выиграла, поэтому здесь у нас точно проигравших нет. Ну, я видела Юлию Белкину на сцене. Спасибо, Юля, это был очень красивый, нежный номер с двумя девочками. Девочки говорят, что все мамы друг другу помогают, и все вот даже делятся детками для выступлений. Давайте вместе с вами зайдем внутрь и посмотрим на творческий конкурс. 11 участниц соревнуются, и самые-самые яркие номера показывают.